Не бойся. Прикрыть выходы! Не бойся. Держись. И куда дальше? Тебе не уйти. Не в ту сторону! Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Отойди! Ну же, ну! Боже! Ну давай, давай. Ее не спасешь. Допустим, ты выберешься. Рано или поздно ее разорвут щелкуны. Или бандиты изнасилуют и убьют. Это не тебе решать. Это ее выбор. Ты ведь знаешь. Слушай. Ты можешь поступить правильно. Ей не будет больно. Что это за ночнушка? Пока не вставай. Отойди от наркоза. Что случилось? Мы нашли цикад. Оказывается, таких как ты много. Людей с иммунитетом не один десяток. И от них никакого толку. Они бросили попытки создать вакцину. Мы едем домой. Прости. Нет! Не стреляй! Отпусти! Ты будешь ее искать. Вроде можем идти. Отсюда нам по прямой. Угу. А тут красиво, да? Да.
Так. Не зацепись волосами. Все, держу. Возраст дает о себе знать. Я тебе не рассказывал? Мы с Сарой любили гулять по лесу. Крепкая девчонка, не угонишься. Мне кажется, вы бы с ней сразу подружились. Она бы тебе точно понравилась. А ты ей? Да. Ух ты. Смотри. Мы почти пришли. Уже недалеко. Да, давай помогу. Дай руку. Идем. Погоди. В Бостоне, когда меня цапнули, я была не одна. Мою подругу тоже укусили. Мы не знали, как быть. Она сказала: давай просто ждать. Мы сойдем с ума вместе. Это так романтично. Вот я и жду до сих пор. Элли. Ее звали Райли. Она умерла первой. Потом Тесс. Потом Сэм. Элли, ты тут ни при чем. Нет, ты не понимаешь. Я не сразу смог принять то, что выжил. И надо просто... Надо идти вперед, искать, за что сражаться. Знаю, ты не это хочешь услышать, поклянись. Но... Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Клянусь.